Привет! Привет! Смотрите-ка, у нас осенняя Барселона в январе. Мы идем в Ашан, мы хотим купить продуктов домой. Мы идем с мусором. Кстати, мы его разделяем. У Кати бумага, да, а у меня не бумага. Мы его не отделяем. Да, кстати, они сейчас так удобно мусорники поставили. У каждого мусорника есть свой цвет. Вот у бумаги какой цвет, Катечка? Синий. Синий. Когда мы видим синий мусорник, это что там бумага. А у бутылок зеленый, да. То есть может, он может быть любой формы, этот мусорник, но если у него цвет синий, значит там бумага. Если зеленый, значит там бутылки. Кстати, я люблю бутылки выбрасывать, потому что они так разбиваются, там прикольно. Да, такой звук классный. Но мы, к сожалению, не очень по алкоголю, поэтому мы очень редко их выбрасываем. Я бы сказала, к счастью, мне очень по алкоголю. К сожалению, потому что я люблю, как разбиваются бутылки мусорники. Не очень приятное зрелище, но хотел показать. Вот синяя бумага, зеленые бутылки и желтая пластик. Столько людей, капец. Все по одному евро. Не все, но вот есть стойка, тут все по одному евро. Да, и плюс еще сегодня суббота, а завтра ничего не работает, поэтому все пришли еды себе покупать. Смотрите, сколько людей. Капец, здесь столько людей, что даже нет свободных тележек. Нам не нужны. Смотрите, здесь есть хамоновый крем. Катя говорит, что это, скорее всего, что это паштет. В общем, ребята вообще помешаны на хамоне. Вот так он выглядит. И там написано, что это для завтрака. Такой вот легенький завтрак. Мы сейчас в Сабаделе. А мы не учиться приехали сюда, нет. Суббота. Мы отсюда идет автобус в Икею. Потому что нам нужно купить коробку, чтобы отправить посылку. И нам нужно купить такую штуку. Как она называется? Как объяснить? Такая лопалка. Там, где пузырики лопают, чтобы не разбилось. Перезапаковывается всякая хрупкая. Я не знаю, как она называется. Если кто-то знает, скажите нам. Да, было бы неплохо. Да, я даже не знаю, как это загуглить. Ура, мы добрались с горем пополам. Вы представляете, полчаса ждали автобус. Полчаса! Потому что он пришел не по расписанию, а как попало. Да мы-то доверяли, мы думали, он по расписанию. Сегодня суббота, сегодня ничего по расписанию не идет. Да, по-моему, здесь каждый день суббота, и ничего по расписанию не идет. Я только в Сабаделе. В Барселоне, и у нас в Балатере все по расписанию идет, классно. Да вообще тут в маленьких городах часто так вот не соблюдают расписание. А вот, кстати, Икея за мной. И мы сейчас туда идем. Все, мы внутри в Икее. Здесь детский отдел. Тут столько всего, я так хочу все купить. Это я всего лишь в детском отделе. Прилег лечь.
Мы ее выбирали, блин, 2 часа. Во-первых, потому что здесь вообще очень огромная IKEA. И мы пока ее нашли, это часа полная она прошла. Мы выбирали идеальный размер. Потом, пока мы дошли до касс, что здесь целый город. Город под названием IKEA. И еще здесь очень большая очередь. Здесь так же много людей, как и в Ашане. Хотя вроде скидок здесь никаких нет, правда? Нет, вообще. Что-то покупают. Мы просто за коробочкой зашли. Мы в поезде сидим. Наконец-то мы домой едем. Я уже замоталась сегодня. Тоже? Нет, я полон сил и энергии. Ну да, ты же любишь шопинг, точно? Да. Чего такие вопросы задают дурацкие? У нас сегодня, кстати, так холодно почему-то. Не знаю, как в Барселоне. В Барселоне обычно теплее, чем у нас. В Сабаделе было очень холодно. Мне кажется, там было где-то градусов 6-5. Телефон Димы говорил, что 9. Мне кажется, реально было 5. Сегодня такой сумасшедший дом, что в Икее, что в Ашане. Там реально много людей. А в Ашане так вообще вы сами видели. Даже тележек свободных не было. Мы еле нашли. Дима там зубами выгрыз. Я дрался за ним. Мы дома. Катя, он... оставила меня одного монтировать влог. Сама спит. Я сейчас тоже пойду. Всем пока. Спасибо, что посмотрели. И до завтра. Пока-пока.